11 июня. Да, июнь. А когда отнимали? Илюх, когда отнимали? Вот неделю назад свиноматку поросят отняли. Уходи, а то что ты там стоишь? Сейчас они тебе дадут. Вот с клыками тебя сейчас распорят. Давай, иди отсюда. Чем уже рановато, но мы надо запустить, чтобы они чуть-чуть потерлись там. Посмотрим. После отлучки поросят, где-то на 5-7 день по окончанию лактации, свинка входит в охоту. Поэтому идеальный вариант ее покрыть именно сразу же, практически после, я же говорю, 5-7 день после отлучки поросят. Вот она уже признаки есть. Сейчас пока не идет, я так смотрю, она еще не очень готова. Ну, думаю, сегодня вечером повторим мы это дело. Готовность уже будет гораздо лучше. Хорячок у нас свой, в принципе. Так что с ним возить никого никуда не надо. Пока еще реагирует. Видите, как неправильно реагирует. Ванну надо принять. Ну, я думаю, слышишь, Илюх? Да. Говорю, что, наверное, будем сейчас загонять? Да. Пока нет. Подожди, еще чуть-чуть пусть, чтобы он к ней поприставал трохи, потолкал ее. Но она уже вот-вот. Бачишь, как реагирует? Ну, не просто убегает, а вот заигрывать начинает. Сейчас все будет. Там, может, даже вечером можно пробовать. Ну, или завтра с утра, да. Пускай трошки, чтобы он задолбал, елки. Ты пришел в ванной ты принимать грязевые. Иди он поприставай. Ну тут надо обтираться обязательно обо все грязным. Вот дурбец его, а. Не, фигня, давай загонять будем, наверное, пока. Алло, чесоточный. Давай на место пошел. Встань там, чтобы мне это самое вообще загонял. Давай, давай. Куда ты лезешь? Где твое место? Илюха, лопаты, зачем? Все, загоняй. Завтра утром попробуем еще раз. Пока нет. Пока. Закрыл, Илюх. Пока выпустим остальную банду. Илюха, я выпускаю. Давай. Отойди, ты грязная свинья. Сейчас мы всех выпускаем. Давай. Пошла. Пошла, родимая. Отойди! Да не ломай дверь! Бестолочь! А вы куда собрались? Куда? Мелкие блохи. А? Встал, выпа. И тех двух, Илюха, припадашь. Да вот тут на солнце зачем, блядь? Так вон вот этот высып, все, идем отсюда уже. Харе. Налетай, подешевело. И все равно сейчас, пока болото все не выправит, понеслась. А, ну да, запах должен быть настоящего мужика. Ну, блин. Эти он позагорали, как красные стали.
Крыса, смотри. Водяная крыса пошла. Сейчас, смотри, вторая водяная. Крокодил ему сейчас расскажет. Крокодил, смотрю, идет на рекорд. Судя по размерам крокодила. Не, это уже бегемот, а не крокодил. Цыплят повыгонял. Вот же ж тварь, а. Ну тут что тебе там надо? Это капец, надо было усраться, усраться от счастья. Видел, как позагорали? А ну, ты на кого лучше подняла? Вроде мне тоже не надо. Крокодил прыгнул. Это бегемотище, капец. Оце, он смотрит, соломинка или падла. О, ну и что это? Что это должно было означать? Ну, ждят, а. Мужик потерся. Тоже худает. Ну, а это? Да, это велосипед, как и было. Пошли еще чуть-чуть травы нарвем, придем уже загоняем. Так, у вас есть 20 минут времени. Через 20 минут по норам, ясно? Все.